Уважаемые любители хоккея, мы продолжаем беседу, и сейчас с нами игрок команды «Мадонна» Игорь Шиповал. Добрый день. Игорь, скажи, пожалуйста, вот вы играете в нашем городском чемпионате, именно города Даугавпилса, и где-то играете еще. Давай коснемся, какие вот различия между нашим чемпионатом и чемпионатом в других местах? Ну, играть, мы играем в Риге, в ЭХЛ, сейчас в этом году играем в третьем дивизионе. Ну, различия, там как бы престижней, там Рига все-таки, да, мы свой город рекламируем, считай, на всю Латвию, да. Ну, в Даугавпилсе здесь опять атмосфера, здесь у нас игры чистые, идет лед, чистят лед, и перерывы побольше. Там мы играем только час, здесь полтора часа со всей заливочкой. Ну, так, здесь душевнее все-таки, интереснее здесь играть. Ты сразу всю атмосферу сразу раскрываешь, да, на самом деле по словам атмосфера можно принять что? Ну, во-первых, дешевле, конечно, это вообще очень здорово, да? Очень дешево, да. На то мы, да, решили, что будем играть и здесь, но здесь, честно скажу, в 4 раза дешевле, чем у нас играть. 4 раза? Да. Второй момент, насчет времени, то есть там в других чемпионатах играется 1 час, у нас? Полтора часа, да. Это тоже шикарный перерыв, все делается как по-солидному, как в КХЛ. Да, как ну да, мы с тем часом мы даже не успеваем, не всегда третий период доигрываем до конца. Кончается лед и сирена, все, оставшиеся минуты стираются, и мы больше не играем. И еще, насчет атмосферы мы продолжаем, да, вот это твои же слова. До этого в нашем чемпионате мы играли с силовыми приемами. Теперь, по вот, все-таки размыслив, и наш господин мэр Рихард Эйгем все-таки выдвинул такую инициативу, чтобы в любительском хоккее мы играли без силовых приемов. Вот что ты думаешь по этому вопросу? Хорошо, но хватит травм уже у молодых, но это как бы любительские травмы не нужны. Но мы уже в Риге 2 года играем без силовых приемов. И Валмер, и Рига уже 2 года без силовой играют. Ну, Даугавпилс еще было последнее место, где было интересно, конечно, хотелось иногда, но тоже отнимает лишние силы и силовая игра. Ну, сейчас должно быть так, что должно быть побыстрее все происходить. И, наверное, и без лишних травм, конечно. И, наверное, это были негативные эмоции, да, когда были силовые приемы, и они были, бывает, не совсем правильно проведенные. Да, именно, да, но лишние травмы, я говорю, это неправильный прием принят, но и травма сразу. Да. И еще, Игорек, теперь мы немножко переходим вот к тому, что вы вступаете в наш чемпионат, и здесь добавилось много команд, которые были, ну, в нашей лиге, и они уровнями будут немножко меньше. У вас теперь будет возможность теперь как бы так похитриться, вы сможете подумать, или куда вам вступить, или лучше вам сильнее выступить и потом поиграть в группе сильнейших, либо немножечко кому-то поддаться и потом сыграть в более слабой группе. Вот какие у вас на этот план мысли были, не были, обсуждения, хитрые планы какие-то? Не, первая игра сейчас будет, но ничего не решали, не думали, но будет как будет. Но не всегда можем собраться полным составом тоже. Но у нас мадонские парни, многие живут в Риге, играют, ну, в Риге работают, но сюда в Даугавпилс уже труднее подтянуть. И он, как получится, будем играть как получится. Давай немножко, несколько слов мы скажем о вашем лидере Угисе Мелборде. Да, вот как у вас в команде, как вы к нему относитесь и кто он в вашей команде? Ну, он наш лидер, это безусловно. Он и в ЭХЛ у нас каждый месяц идет в топе всегда лучших игроков. И это безусловный лидер, и на то он и капитан у нас. Сегодня он будет в команде? Да, сегодня будет. Ну, конечно, это уже у нас будет вторая игра. У нас уже одна игра была в Риге. У него еще 2 игры было в Валмере. Он еще играет... Сегодня или... Не-не-не, он у него еще играет. Он за Валмер. В Валмерском чемпионате играет. Ну, и сегодня будет первая игра у нас совместно в Даугавпилсе. Ну, хорошо. Нам остается только пожелать удачи вашей команде, вашему лидеру. Ну и, как говорится, чтобы вы выступили как можно лучше. И, кстати, все-таки, вот теперь еще забегая вперед, даже без обсуждения в вашей команде, все-таки вот как лично тебе хотелось бы поиграть среди более слабых у нас в чемпионате, потом во втором дивизионе, или все-таки в сильнейшем дивизионе потом среди более сильных команд играть? Ну,
Я думаю, что наш уровень должен быть тогда уже в сильнейшем дивизионе. Мы должны там играть, да, конечно. Безусловно. Спасибо. Да.